В Видном в здании администрации прошло совместное заседание Комитета по местному самоуправлению Московской областной думы, Президиума Совета муниципальных образований и правления Ассоциации развития территориального общественного самоуправления Московской области. За последние полгода это первое очное заседание в таком составе. На повестке дня ряд важных назревших вопросов. К примеру, обсуждение проектов федеральных законов, вносящих изменения в Гражданский кодекс Российской Федерации и федеральные законы, касающиеся местного самоуправления. Сейчас, если мы вот примем эти законы и внесем, это уже будет большущий шаг вперед. Это в Гражданский кодекс, который позволит вот с юридическими лицами, вот, будучи юридическим лицом, некоммерческая организация особого вида, да, то есть, которая действительно тоже может работать. Сейчас появилась форма, что можно получать определенные, то есть деятельность, которая приносит доход. Это тоже важно. Таким образом, ТОСы, как некоммерческие корпоративные организации, смогут не только осуществлять приносящую доход деятельность, но и получать субсидии и бюджетную помощь от органов власти. Также обсудили учреждение ежегодного конкурса «Лучший проект территориального общественного самоуправления Московской области» и ряд других вопросов. Те предложения, которые прозвучали от нас, облегчение внесения изменений в уставы муниципальных образований – это жизненная необходимость для территории, и эти вопросы назрели. Но в общей сложности рассмотрели порядка 7 вопросов. Я думаю, что это было и конструктивно, и интересно.